Пельмени Сальников. Сибирские. Малыш. Великан. Традиционный рецепт. Ручная лепка. Сделаны на Алтае. Сделаны с любовью. Сальников знает толк в мясе. Мягкая и корпусная мебель от фабрики «Ант». Мы используем только сухое дерево, качественные ткани, непроседающий поролон и надежный механизм трансформации. Здравствуй, дорогой читинец! Ты смотришь «Погоду знай» на канале ТНТ Чита. Спонсор прогноза погоды – компания «Сальников». Вкусные натуральные пельмени, манты, вареники сделаны на Алтае, сделаны с любовью. Мебель фабрики «Ант» – это качество, удобство, экологичность и комфорт в твоем доме. Теперь о погоде на четверг, 14 августа. Переменная облачность, без осадков, ветер восточный 2 метра в секунду. Температура ночью составит плюс 9, плюс 11 градусов. Днем плюс 25, плюс 27. Атмосферное давление достигнет отметки 700 миллиметров ртутного столба. И в течение суток сначала будет слабо расти, а затем слабо падать. Продолжай смотреть «Погоду знай» на ТНТ Чита каждый день и оставайся в курсе всех погодных изменений. А с тобой была Александра, дежурная по рубрике. Пока-пока! Концепт Клаб! Счастливые дни уже начались! Одежда от 99 рублей! Спешите! Концепт Клаб! Амурская, 84!